Движение предпринимателей и бизнесменов УЗЛИДЭ проводит в регионах пропагандистские мероприятия, посвященные 30-летию независимости нашей страны под лозунгом «Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане», тем самым обсуждая и ознакомливая людей с предвыборной кампанией. На этих мероприятиях в праздничной форме до населения и каждого гражданина доносятся инициативы и успехи, достигнутые партией за последние 5 лет. Одно из таких мероприятий состоялось в городе Янгиюль. Бүгін біз мұстақылығымызды Сейчас мы накануне празднования 30-летия независимости нашей республики. Сегодня мы, депутаты УЗЛИДЭ, отмечаем День независимости. Также проводим агитацию и пропаганду в поддержку кандидатов в президенты от нашей партии в Янгиюльском районе. За последние 5 лет обеспечивается исполнение задач президента в сфере образования, предпринимательства, здравоохранения, развития фермерских хозяйств, в том числе в Янгиюльском районе. Мы можем видеть новые здания, детские сады, условия, созданные для фермерских хозяйств. На мероприятии были продемонстрированы достижения страны и партии за последние 5 лет. Все проходило в праздничной атмосфере. Также на празднике представители молодежи, коих было большинство, показали свои навыки и оказывали всяческую агитационную поддержку. Помимо гостей и представителей партии, мероприятие посетили и местные артисты. Реформы практически повлияли на жизнь людей, проживающих в самых отдаленных районах страны. Например, работа по благоустройству сел и махалей, начатая в 2017 году, превратилась в общенациональное движение с большим размахом. Благородная инициатива, начатая в селе Манас в рамках программы «Процветающая деревня», сегодня распространилась практически по всей стране. Сегодня мы собрались в прекрасном парке в Янгиюльском районе Ташкентской области на Хашар. Представители Ташкентского областного кингаша УЗЛИДЭП собрались здесь, чтобы обменяться мнениями по предвыборной программе и ознакомить граждан с ней. Также мы сегодня встретились с избирателями. По предвыборной программе из Янгиюльского района поступило 11 предложений. Благодаря предвыборным программам, составленным на 5 лет вперед, улучшается жизнь людей, происходит развитие во всех отраслях социально-экономической жизни района. Следует отметить, что в первые годы своего создания партия УЗЛИДЭП выступала как представитель интересов предпринимателей, бизнесменов и фермеров. Но за следующие годы независимости сформировалась как сильная политическая сила. Для УЗЛИДЭП самая основная цель – это обеспечение благополучия народа. Отметим, что пропагандистские мероприятия УЗЛИДЭП, посвященные 30-летию нашей независимости, проходят по всем регионам республики.